Привет-привет, вы на канале Oops Games. Приветствую, селяне и селянки, горожане и горожанки, игроки и игры-девчульки. Игросказ хочу поведать вам про забаву заморскую Mortal Kombat 11. Да-да-да, та самая серия драк. Драка! Ну, вы поняли. Да вы сами все знаете. Ну, что рассказать вам про смертельную битву-то? Не надо? Ну, раз не надо, так слухайте. Смертельная битва — это драчуны и драчуни со всех краев до земель собираются на смертельную битву. Чтобы, значит, узнать, кто самая быстрая рука на Диком Западе. И каждый раз у разработчиков получается прямо-таки эпичная бабыня. И что мы имеем тут? И компанию, сюжет, там такие истории, что ты! И башню времени, и классическую башню, и драки друг с другом да супостатами из онлайна. Да одни бои искусственного интеллекта чего стоят? И прокачки персонажей есть, настройка искусственного интеллекта, а персонажи-то порхают, как мотыльки, да жалят, как пчелы. Пчелище прям, шмяли, сука. И да, у каждого воина несколько комбинаций ударов-то. И вам, блин, выбирать это все придется. Ну а как выбирать-то, ежели то и другое прям годно? А придется. А то на вкус и цвет-то все фломастеры разные. И тут головой эту пораскинуть никак нельзя. Руками да ногами пораскидывать надо бы. Да супостату желательно в голову. Так что разгуляться-то есть где. Так что ручонки подальше от попки, джойстики, руки вперед, в бой, драка! А что за истории спрашивать? Это надо видеть. Уф, они истории. Рейден то ли злой, то ли добрый. Лукашенко Нашинского сгубили ироды, но он и мертвый собрал булки в кулак. Да люли направо-налево раздает. Вот такой наш люлей Канг. И шляпочника Кун Лао. Кун. Ох, озорник шапка-ушанка. С собой позвал, значится. И тут, вот те же раз, молодой Лю Канг. И шляпушник. Да и много кто молодой появился. Джонни Машувать Кейдж вернулся! Но старый молодому эту жопу надрал, да на путь истины указал. В общем, люто там все. Главный антагонист — Кроника, главная злодейка. Каверзы всякие делает, да временем как кошка крутит. Я, говорит, время-то вертело, где хочу, там и вертю. Лютый замес. И вот это все надо вот раскрутить, да по полочкам разложить, да по щам всем раздать. Вот что нам предстоит. Так, а что еще? Кровища, звон мечей, стоны всякие, будто в теннис играет кто? А нет, дерутся в кустах-то. Старые герои-то еще детей наплодили. Вот, блядь, не дрались-то все же в кустах-то. И дитя вот тоже в бой-то рвутся. Но новые герои подтянулись-то. Много руки, да всякие разные. А фаталити, это ж маты слюни. Да как вообще можно выдумать-то? Это ж, блядь, бруталити. Да, это вам смотреть надо бы на... Ой, да делать. Ну, али смотреть, как сопротивник на вас делает. Ну и по канонам DLC. Ну как же бесплатного контента-то? Но, сука, он того стоит. Терминатор на поле брони-то, а? А? Как вам тако? А Робокоп? И да, эти две железяки можно стравить и устроить эпичное побоище. Кучковое железяко побоище. Не то, что вы подумали. Да и внешние скины в DLC носят новые краски. Да. В общем, жду вас на поле брони. Ну а коли понравился вам сказ-то, лайк-то свой файтинговый-то поставьте. Да подписаться на канал не забудьте. Ну и до скорого.